Угадайте загадки. Загадка номер 11. Растет она вниз головою, не летом растет, а зимою. Но солнце ее припечет, заплачет она и умрет. Загадка номер 12. Марьюшка, Марусенька, Машенька и Манечка захотели сладкого, сахарного пряничка. Бабушка по улице старенькая шла. Девочкам по денежке бабушка дала. Марьюшке копеечку, Марусеньке копеечку, Машеньке копеечку, Манечке копеечку. Вот какая добрая бабушка была. Марьюшка, Марусенька, Машенька и Манечка побежали в лавочку и купили пряничка. И Кондрат задумался, глядя из угла. Много ли копеечек бабушка дала? Загадка номер 13. Хожу-брожу не по лесам, а по усам, по волосам. И зубы у меня длинней, чем у волков и медведей. Загадка 14. На малину налетели, поклевать ее хотели, но увидели урода и скорей из огорода. А урод сидит на палке с бородою из мочалки. Загадка 15. Если бы сосны доели, бегать и прыгать умели, они от меня без оглядки умчались бы и больше со мной никогда не встречались бы. Потому что, скажу вам не хвастая, я стальная и злая и очень зубастая. Загадка 16. Я одноухая старуха, я прыгаю по полотну, и нитки длинную из уха, как у паутинку, я тяну.